Здравствуйте, дети! Я нахожусь в нашем прекрасном Приозерском лесу. И хотел бы вам показать, что сделали люди с нашим любимым лесом. Вот так вот выглядит лес. А вот так вот выглядит его поверхность. Везде лежит мусор разбросанный. Людьми, которые не знают, что мусор надо носить до помойки, а не бросать его в лесу, потому что каждая пластиковая бутылка разлагается до 200, а может даже до 1000 лет. При этом выделяет в землю очень вредные вещества. И потом лес погибает из-за этих пластмассовых бутылок, банок и всего мусора. И главное, в нем будет нам же неприятно находиться. Меня зовут Сквозняков Николай Михайлович. Я преподаватель детского кружка «Мир вокруг нас» в городе Приозерске. И я прошу вас, дети, нарисуйте все картинки, на которых будет написано просьба к взрослым не мусорить в лесу, а охранять наш лес, защищать его, беречь и не использовать как помойку, а приехать на своих машинах в лес и забрать весь тот мусор, что они здесь оставили. А если даже никто не оставлял из взрослых мусора, то приехать и забрать чужой мусор, чтобы нам было всем приятно находиться в лесу, а за это лес нас отблагодарит ягодами, грибами, чистым воздухом, хорошим настроением и мудрыми мыслями, которые приходят к нам в голову, когда мы гуляем в прекрасном, чистом, незагрязненном лесу. Лес — это наше достояние, дети. Давайте его беречь вместе.